Неприглядную часть кинотеатра «Центральный» демонтируют. Пристройка была возведена в советские годы и не является объектом культурного наследия. На днях там была демонтирована крыша, и рабочие начали разбирать основную часть здания. В городской мэрии сообщили, что владельцы не раз призывали начать реконструкцию или разрушить строение. Под воздействием времени по его стенам пошли трещины. Что появится на месте пристройки, которая не иначе как уродует облик одной из центральных улиц, мэрии не сообщили, ссылаясь на отсутствие документов. В городском управлении архитектуры и градостроительства никаких данных на этот счет еще не поступало.